телеграм-канале «Unifam 1 Unifam», и с вами Лена. В этот прекрасный день я бы хотела всех поздравить с Рождеством Христовым. Это прекрасный светлый праздник, семейный праздник, поэтому я думаю, что этот день надо все-таки провести в семье, а также пригласить друзей, у которых нет семьи или у которых семья очень далеко, чтобы они не остались одни. Вот. Стоит всем забыть все невзгоды, простить, не держать зла. Тогда у вас вот наступит эта легкость, это душевное спокойствие. Желаю вам в этот день забыть все невзгоды, счастья вам, радости, вам и вашей семье. И тогда я вам говорю до следующих встреч. Всех целую. Всем пока-пока.